Всем привет! Майя, куда мы приехали сегодня? В зимний парк. Мы еще никогда не были в таком красивом белоснежном парке. Точнее, просто у нас зимы такие были. Сейчас будем папу догонять. Папа с Марком живут вон где? Далеко-далеко? Посмотрите, тут на лыжах катаются с горочки, на саночках. Елочки заснеженные стоят. Подходим к колесику. За зиму выспится. Вот, смотрите, как тут смеются женщины прям краснощекие от мороза. Веселятся, катаются. На прокат санки такие прикольные взяли. Опа! А наши ребята врезались. Точнее, это Марк врезается специально в сугроб. Мы думали, тут в парке все тихо, тишина. А тут, оказывается, представление идет. У нас там сделали тоже такую небольшую резиденцию брестскую Деда Мороза. Главное, это в Пущи, а вот здесь такая небольшая маленькая резиденция. Там тоже такое представление, там Баба-Яга, Кикимора, сказочные персонажи разные. Вон тут елочка. Все хотят быть краснощекими. Вот такие саночки. Какие-то странные вообще, длинные полозья такие у них. С такими вот ковриками. Замерзшее озеро. Наша маечка впервые ходит по льду. Никогда не ходила. Очень хорошо она замерзла. Там вот малыши просто катаются на людике. А вот тут уже кружат профессиональные фигуристы. На прокат тоже конечки взяли, катаются. Изрезали на сегодняшний день. И сполосовали. Весь в полосочках, в рисунках. Сразу вспоминаю мультик. Ну, погоди. Как он красиво. И потом прыг, прорыв. Вот малыши попками ударяются. На коленку интересует. Вот стоимость проката. Как тут печка здорово работает. Дымок. Усадьба Бересейского, Дедушки Мороза. Вот входит там касса. И люди заходят туда. Там смотрят представление, получают подарочек. От Деда Мороза. Видите, чтобы администрация парка не несла ответственность за то, что вдруг может что-то там случиться. Тут табличка есть. Осторожно, тонкий лед. Давайте посмотрим. Да, видите? Возле берега тут вода. Так что вот так вот. Давно такого не было, чтобы вот так вот с полевой кухни прямо к нам приехали солдатики. И чаёк, и кашка. Thank you.
Спасибо, вас тоже. После представления хотим согреться в трактире озера. Заходим. Смотрите, какой тут очаг. Сейчас пропитаемся запахом сосны. Дровишки. Ну что, тепленько? Размораживаешься? Классно, правда? Тепло, тепло. Смотрите, как уголечки клеят. Ну что, согрелась немножко? Пойдем за столик? Столик? Папа заказал себе вот такой вот лакоток. Вот тут. Ну, это настойки с разными там, с клубочкой, со смородинкой. Да, в сутки. С чем еще, наверное, с березовым чем-то. С брусникой это точно есть. Хлебное есть. В общем, натурпродукт.
Как так? Слушай, нормально? Кайф? Папа соленья ждет. Марк греет ноги. Подожди. Заканчиваем. Вечерок свой. Так я закрыл. Папа тут последнее доедает. Не походи, походи. Скоро собираться домой. Давай. Кому что понравилось сегодня, Марк? Майя, вот ты. Марк, кому что понравилось? Мне понравилась еда. Еда. Хорошо, папе что понравилось? Тортик. Тихон, подожди еще. Мне понравился вот этот рыбный локоть, понравилась, как папа кедочка понравилась. Закрути разные мати. Соленья понравились, грибочки понравились. Маме, я имела в виду вообще сегодня, что понравилось. Все понравилось, маме чеснок. А, и катальная еду понравилась. Все вкусно. А вы знаете, что маме понравился хлеб? Да. Теперь Майя у нас. Что Майе понравилось? Львовский сыр. Что? Львовский сыр. Да. Львовский сыр. И грибы. А вообще в вечере во всем? Представление, подарки. Все понравилось? Хорошо. Мне сегодня вечер понравилось новогоднее представление. Танцевать, греться на морозе. Ну да, прикольно, конечно. Так как я люблю. Вообще с прошлого года. А очень мне понравилось это стоять на льду. Как так? На арене. Да, мама боялась, что там все дергается. У меня дискомфорт, просто все. Это у меня паника начинается. Mm-hmm.